команде Игорь Кононов. Он возглавляет бегуны, проходит за ним синим на шлемнике Евгений Косов. Игорь Кононов. Евгений Косов на третьей позиции. Андрей Шишегов. Ну что же, быть может, вот сейчас Андрюша и заработает свой первый зачетный балл за два дня. Посмотрим, пожелаем ему удачи. А пока на очередном круге участники заезда. Лидер прежний Игорь Кононов. И вот сейчас посмотрим, что будет в стане преследователей на заключительном круге. Пока Евгений Косов из Самары удерживает вторую позицию в погоне за ним Андрей Шишегов. И на позиции замыкающего Василий Косов. Встречайте!